Majoritatea obiectelor au fost extrase din tractul gastrointestinal al micuților. Cele mai multe sunt monede și baterii plate, care, din spusele medicilor, sunt și cele mai periculoase. Головка стеклореза у ребенка 3 лет, по-моему. Встречаются антикварные предметы, например, значок ударника коммунистического труда, если кто-то помнит такой, когда-то был. И дальше идут все, что хотите. Заколки, игрушки, кнопки, это, иконки. Даже иногда достаешь и удивляешься, что же только не достаешь. Un loc aparte îl au și obiectele înghițite de copii care ajung în căile respiratorii și care de obicei sunt mai greu de scos. Кроме семечек и подсолнуха, куча всяких мелких предметов, которые дети вдыхают в легкие. Очень много кнопок, иголок разных. То же самое, удивляешься, что находишь в легких у детей. Și utilajul medical vechi a fost expus în mini-muzeul instituției. На верхней полке это наш рабочий инструмент гастроскоп в разобранном состоянии, который отслужил нам 30 лет, пришло его время на пенсию, пускай еще послужит как наглядный пример, как устроена эта японская техника. Procedura medicală nu este una foarte complicată, iar datorită tehnicii noi, uneori nu durează mai mult de 5 minute. Noi сейчас мы работаем на технике с последнего поколения, видеоаппаратуре, которая очень удобна в использовании, очень качественно изображение получается и очень легко работать врачу. Anual aproximativ 100 de copii ajung la spital din cauza obiectelor pe care le înghit.